Девочки уже пускают, пойдемте. Пойдемте. Телефон. Вика. Пойдемте. В смысле? А что специально-то? Все норм. Агимская, сербская, агимская костюма. Вы идете? Нет? Ну, что-то я не рискну, мне кажется, там очень плохо пахнет. Слишком долго он там был. Ну ладно, пойду рискну. Это как-то странно. Ты где? Где одни? Нет, я одна, подожди, третий автобус. Едем, ребят, мы в Краснодар. Вот. Увидите там концерт. Мы с Вероникой пойдем гулять в парк Галицкого. В общем, вот таким вот делам. Нет, Вик, в Краснодаре всегда было холоднее. Я вот сколько ездила из Анапы в Краснодаре, всегда холоднее просто, намного. У нас, по сравнению, мы поехали, ребята, у нас была просто жарень. А тут я в шоке. Да пипец. Вообще, ну тут вообще зима, у меня рука трясется. Тут очень холодно. Да, я потом офигею от смены климата. Капец, сжимает голову. В общем, ребят, идем сейчас по пути, что-то найдем поесть. Зайдем, погреемся, хотя мы только из ласточки. Все. А вот это что, интересно, такое? Это яблоки? Это яблоки или что это? Вика, что за дерево это? А откуда это вообще падает? Нет, это... Не, он какой-то здоровый, не может. Так внутри. Смысле, это слива. Какая? Посмотрите, нет. Ладно, давайте отойдем, еще на башку свалится. Это грецкий орех, это ваш? Ну да, это он. Зеленый опять прозевали, девочки. Зашли поесть. Капучинка с кокосиком. Это, не знаю, что там, омлет. У меня яичко, только там не так оно было нарисовано. Где мой желток, цельный желток? А это холодное. И это холодное. А это что такое? Булочки? Ну, это булочки, да. Пакетик-то надо уже выкладывать, он уже перезаварился. Так что приятного аппетитика нам. Так, в общем, у нас тут еще вот образовались два пирожка. Ну, вот это вот, как она называется, чиамбата. И еще одно капучино среднее. В общем, сейчас расскажу, как так получилось. Ну, на улице расскажу вам. Ну, ладно, лайкосик поставим. Он даже 4 сахара дал. Вот, яичница, честно, невкусная. Такая себе, еще и скорлупка там попалась. Вот, булочки, ничего, норм были. Вкусный пирожок, Вероника? Да? А у тебя? Нормально. Ну, там еще пирожочек. Зелененький? Ну, да, по 2 штуки. Нет, а вот этот один целый. Думаешь? Да, я его ела уже. Может, ты в КФС? Короче, рассказываю, как у нас получилось. Мы, в общем, все заказали, заказ сделали. А Вики никак не несли. Она, короче, там отдельно заказывала.
Вот, мне несут, уже все, уже, блин, я не знаю, полчаса прошло уже туда. Сюда уже ходим, я уже начинаю нервничать, что у меня все капец. И в итоге смотрим, они сделали. Потом, значит, у них что-то подгорело. Потом они давай новые делать. Потом, ладно, все, присядьте, мы сами принесем. Короче, принесли. И потом еще спросили, что вам дать в подарок. Я говорю, ну давайте кофе, капучино. Средний, по-моему, или большой. Вот, они еще принесли кофе, значит. И кофе еще принесли 3 пирожка, получается. Я думаю, ну ладно. Ладно, простительно. А так очень долго ждали. Сейчас у нас получается полный рюкзак, блин, Макдональдса. Нам еще и на обед хватит, потому что там чиабатта еще была большая. Вообще, вот так вот, ребят, вот так вот. Все, пошли мы дальше. Да, Арена Холл. Капец, какой стро. Так он, слушайте, он из шин сделан. Подождите, нет, вот тут вход, все. Он из шин сделан, вы поняли, да? Вы посмотрите. Это из батута, что ли? Да я вам вот на кентавра показываю, из шин сделан. Это мне не особо интересно. А это из батута. Ну да, она ее в какое-то время сдувает. Вот. Ну все, нашли. Вставай в очередь. Ну да. Они потом 20 минут уберут. Так вон там дверь, наверное, вон, да? Что думаешь, тебя батут отпускают? Нет, это батут вход, я видела на видео. А, интересно. Где-то в гаражах, капец. Я уже переломала. Вечером страшно идти будет. Вы со мной постоите немножко, а потом идёте. Ну да постоим. Хотя бы чуть-чуть людей. Ну сейчас прям? А что? Уже стоят. Ой, смотрите, ребят, какой... Какое место уютное. Мимишное место. Ой, пойдемте посмотрим, что тут есть. Что тут есть? Ой, тут столько магазинов. Ну пойдемте, так мы и так идем. Букетная, турецкий кофе. О, кофе турецкое. Молочко с фермы. Домашние курочки, бедные курочки. Сырные, печка. Ой, а там зонтики такие милые. Ну все, я умиляюсь. Хореография вкуса. Моти-моти. Еда и мерч из Азии. А, там даже одежда, смотрите, есть. Ой, там столько всего. А до скольки он? До 10. О, я знаю, куда мы, Вероник, пойдем потом с тобой. Ха-я-о. Это что? Это что за кухня ха-я-о? Унесённый Азией. Ну, прикольненькое место, да? Столько магазинчиков. Так, налево. Народ будет часов с 15. И все мои сюжеты по своим картинкам. Девочка, разноцветная витаминка. Нет, ну мы не на его концерт идем, конечно. Но мы сидим. Упорно ждем еще людей. Там уже что-то подвезли, короче. Не знаю, что им привезли на машине. Свою машину, чего-то. Там уже кто-то ходит, организатор. Вот, а мы сидим. Я тоже вот сижу, как пацанка. Тут такая вот попиваю. Все хорошо. Кофеек. Бесплатный. Там еще пирожочек у меня бесплатный. О, неизвестный абонент, тут, наверное, по работе. Ну-ка, давай. Алло? Да, здравствуйте. Приехали в парк Галицкого. Ох, какая красота. Мы тогда были в погоду, да? Она была холоднее, да, вроде? Нет, такая же. Мне кажется, была... Да? А мы в каком месяце ездили? Какая красота! Я даже не знаю, как вот это обозвать, эти фигуры. И не 3D-шные, а какие-то как? Как? Не графические, а вот что-то, блин, даже непонятно. Офигенные. Как будто...
Вау. Классно. Ну, летом, по крайней мере, тут лежат на траве, я знаю. Не, вон туда. Там выход. Да нет, там нет выхода. Это наоборот, там все заканчивается. Что, через эти пойдем? А зачем сверху крутил? А я не знаю, кстати. А там, по-моему, уже эти были. Вода, нет? Не помнишь? Вода, по-моему, была, нет? Ты сама сказала мне вода, что там была дальше. А, ну да. Ты сказала, что нет, нет, туда. Короче, я не знаю. Сейчас посмотрим. Хотели попасть, ребят, в японский сад, но люди за час приходят, чтобы взять QR-код, и всего лишь вместимость получается 100 человек. То есть больше 100 уже не пускают, блин. Ну это, конечно, вообще, я не знаю, японский сад. Блин, я так хотела там походить. Люди, короче, с 6 утра некоторые занимают очередь, чтобы вот попасть в японский сад. Да уж. Ну вот я тогда в этот в Анапе видела, что с 6 утра занимают очередь. О, вот там мы не ходили. Чё? Так, ну где-то мы вон там не были. Мы ведь тогда не все обошли. Не, мы не все обошли. Нет, мы не все тогда обошли. Мы так долго и были. Мы много вот где не были. Тут фотка не с этими. Ну это я помню, да. Горшочки вот такие вот огромные. Тут 3 меня, наверное, в рост. Будет. Чё, присесть хочешь? Не-не-не-не. Нет? Такая красота. Так, а где тут начало? Ты не помнишь? По-моему, вот отсюда начинается, да? Или наоборот? Нет, это уже... А, ну да, это типа... Отсюда, да, начинается? Там мне карта. Дети возьмут. Или оттуда? Отсюда, я помню. Это что, тут вагончики ходят? Я не знаю. Это типа они сеть, да, тащат? Ну, как это сказать? Короче, технологии внедряют. Я такая, а, это не проволока, это, знаешь, такая ткань, сеточка, как гипсовая, что ли, там деревце. Так, мы, кстати, и не прочитали, что это за дерево. Не читали, но... Прикольно, прикольно сделано. О, вот этих не было фонтанчиков, да? Не было? Ну-ка, Вероника, пробегись между них. Это вместе мы пойдем? Не, я под этими не пойду, намочат все, смотри. Ничего не намочится. Подушки. Вон, видишь, гуляет, как спокойно. Нет, там тоже вход. Пойдем рыбок посмотрим. Это вот на минутку. Да ну. Тут не мокнет. Нет, намокнется. Форелька, да? Форелька же это. Ну, вот кого-то облил, сейчас бы я тоже.
наверное, тоже где-то рублик лежит. Надо желание загадать. А, я тебе деньги. Короче, монет. Ребят, это оказывается не форельки. Это оказывается золотые карпы. Вот это я лох. Уже я не той ногой встаю. О! Какой большой он, кажется. Не стали мы, в общем, обходить весь парк. Что-то уже... Да нет, я не обиделась. Что-то уже вообще ноги гудят. Хочется отдохнуть немножко. Сейчас у нас будет заселение в отель. Как раз время 2 часа. Вот. Ну, его тут, я не знаю, за целый день его не обойти. Поэтому вообще, как бы мы сюда не за этим ехали, ну так уж заодно, чтобы время так просто не терять, не сидеть, да, в номере, пока Вику ждем. А что, на Красную площадь мы еще хотели, пойдем? Ну да. А ну когда отдохнем, да? Сейчас зайдем. В смысле отдохнем? На Красную площадь Вики в мире. Нет, мы сейчас в отель. Отдохнем, попьем чаечку горяченького. Только попьем и мигом. Посидим. Я вообще хочу этого горячего чаю. И поедем на Красную площадь. И потом поедем встречать Вику уже. Ну, Вику поедем встречать, это уже будет практически ночь, но для меня это будет уже ночь. Обычно я дома в это время сплю. Вот. Так. В 4 спишь? Сейчас надо посмотреть. В общем, маршрут как. Нам добраться до отеля. О, ребят, мы, в общем, устали. Капец как. Мы сейчас взяли по морожке. Вот по такой вот, господи, ноги вообще просто гудят. Фу. Ну, номер вам потом покажу. А сейчас просто мороженка. Просто есть бедные ножки. Там универ идет. Может, интерны мы не люблю, надо что-то еще пощелкать. А что тут вообще за канал есть? Пятница, домашний. Короче, ничего нету. Сейчас до пера дойдем. Россия 1. Тут новости, наверное. О, давай поженимся. О, круто, нормально. Все, смотрим и идем морожку.